Всем привет, с вами я, Кирилл Лилик, и сейчас я играю в Самп на сервере Advance RP. И вы очень долго ждали эту серию, потому что я ее снимал целую неделю, и не было нормальных преступников. И извиняюсь сразу, что некоторые моменты могут быть без микрофона почему-то, потому что то у меня был подключен другой микрофон, то... Я ничего не говорю, так что, что есть, то есть. Погнали! Передаю приветы Микки Факерсу, Артемиано Фалконе, Штефану Абрамову, Марселу Мастрояни, всей семье Капполо, Герману Штафу и всей семье Шкафов. И теперь от него же вопрос. Как твои друзья-знакомые относятся к твоему виду деятельности? Ну, некоторые одноклассники, они смотрят мой канал. Другие одноклассники просто не смотрят мой канал. А друзья, они смотрят мой канал. И даже некоторые друзья тоже стали ютуберами. Как ты относишься к стримам и будут ли они? Я к стримам отношусь очень хорошо, я бы хотел их провести, но мне не позволяет компьютер, он у меня такой слабый, что я когда начинаю стрим на пустом рабочем столе, все нормально идет, ну, браузер немножко так подлагивает, но это ничего страшного, все нормально идет, а вот как только зайду в GTA-шку, сразу 5, 10, 15 FPS максимум. Вот так вот, так что стримов, я думаю, не будет. И не спрашивайте, почему у меня стримы по GTA 5, потому что я стримил с PlayStation 4. Это совсем другая вещь. Ну вот, на вокзале был человек в розыске, мы его привезли в полицейский участок, и я его посадил. И говорю уже сразу тоже, что этот отрывок и... Другие будут без микрофона. Может, потом где-то там я скажу что-нибудь, буду говорить там. Но это редкость будет. Вот тут какая-то РПшка, а я даже не понимаю, что тут происходит.
пытаюсь сейчас озвучить то, что я говорил тогда. Ехал человек, завернул на нас, врезался. Сейчас мы, кто в чем виноват. Вот, и тогда было 21-е. Сейчас я включу, позвоню в службу точного времени и все вам покажу. И время, и дату. Вот, мы сейчас разбираемся, вы можете читать чат, и сейчас я должен позвонить в службу точного времени и сказать, что... Он выбежал из дома, и мы за ним гонимся. Да, понимаю, не лучшее время для приветов, но я еще не передал всем привет. Передаю привет Данте Капа, Гей Донателло Де Люка, Олегу Абрамову, Марио Соритино, Евгену, Данину Измайлову и всей семье Измайловых. Он такой бежит, а я прописываю hold и ID, и тут, он просто бежит, я пишу hold, и из-за этого он подал на меня жалобу, что я типа non-RP, и еще спрашивает, как я так его взял, взял за руку, и как я так его взял. Блин, большая печаль, то что у меня был другой микрофон, типа основным. Я поставил другой микрофон основным, и меня не было слышно. Придется все в монтаже озвучивать, так что вы все услышите, надеюсь, я. Он еще собирается на нас жалобу подать. Так, все, берем лес 14. Блин, он... ВВК все еще. Он сейчас вышел, и я его посажу в тюрьму. Запомнил протокол, передал такой участок. Все. Дело закрыто. Все, он посажен $102. На 35 минут он посажен. Вот это да. Первый на 7 минут посажен, а этот даже на 35.
так вот. Вот уже, ну, едем за каким-то преступником. Он у нас врезался, мы за ним поехали. Вот, и извиняюсь сразу, что некоторые отрывки, там, где я ловлю преступников, не полные, не законченные, потому что я, бывает, не доловлю преступника или что-то с ним сделается. Вот. Так что сразу. Блин, сейчас все зависло. А, все нормально. Я уже подумал, что все зависло. Вот, почти споймали, и извиняюсь, что я не говорю, я не знаю, почему я не говорю, чего-то сегодня, не знаю, почему-то не говорю. Молчу, забыл, что снимаю. Начинаю запись, знаю, что снимаю, но думаю, что, ну, все нормально, как обычно. Блин, опять не успел заснять, как его убили. Только на секундочку поставил на паузу и уже убили. Вот, блин. Блин, на мэрии так немного подлагивает. Ну, хотя 30 FPS это при записи нормально. Но без записи 30 так и было. Так и будет. Вот. Так что едем сейчас. Вот. Достал КПК из кармана, сообщил диспетчеру. О, у меня маска отключилась, как и у всех. Вот. Все, он занес его в Wanted. И все, сейчас едем, стреляем в него. Вроде колесо пробили. О, все. Взорвали. Давай, стреляй. Преступник занесен в базу данных. Все, 7-1. Ну что, офнулся? Оп. У меня... видео сейчас идет и может, но что сделать? О, стреляют! Сейчас мы вообще сдохнем. У меня только один дикл. Блин, плохо. Там тоже у кого-то MP5 кончилось. А, все, меня убили, блин.
Ну, а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, что я посчитаю эту серию как обычная игра на Адвансе, а следующая серия уже будет «Полицейские будни», потому что эта серия какая-то не совсем ловящая преступников. Я там очень мало ловил преступников, но уже в следующей серии я поеду, свяжусь с кем-нибудь там, ну вот, как вот в вечером, вот самое вот... Этот последний отрывок я снимала вообще в 22:00, хотя я в это время уже почти сплю. Ну и я уже пошел снимать новую серию, пока не сохранил старую. Ну вот так вот получается, и я уже с кем-нибудь тогда свяжусь и буду ловить преступника. Всем пока!